Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як підтримати свій фізичний стан у випадку закриття спортзалів, ми не знаємо, а от знає наша сьогоднішня гостя. Я вітаю прес-центр телеканалу «Відкритий» фітнес-тренерка Люсьєна Подать. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як зараз функціонують спортзали, що там, у якому режимі і що планується, чи будуть закривати їх, чи не будуть? Ну, на данный момент спортзалы работают. Работают в обычном режиме, как бы без изменений. Насчет планов на будущее пока никто не знает, никто прогнозировать не может. Возможно, если мы зайдем в красную зону, не дай бог, как говорится, то, возможно, залы и закроют. Мы не знаем пока, как будет принято решение правительства. Пока все работает в обычном режиме. Единственное, конечно, есть ограничения по количеству людей. Один человек на 10 квадратных метров. И масочный режим соблюдается, и температурный. Ну, как бы, в принципе, больной человек в зал не придет, я думаю, так. Поэтому ответственность на каждом лежит, но все-таки в залах, обычно в крупных, все равно на входе проверяют температуру, смотрят на внешний вид человека. Если он с явными признаками какой-то болезни, то, скорее всего, ну, у нас в зале, слава богу, такого не было в режиме. Ну, в принципе, я думаю, попросят человека подлечиться и потом прийти в зал. Ну, а масочный режим соблюдается, на входе одевают маски, передвигаются по территории фитнес-центров тоже в масках, ну, а уже на занятиях их можно снять, если человеку некомфортно. Если кто желает оставаться в масках, это право каждого, конечно. Ви вже мали досвід роботи на карантині. Як ви працювали, коли от був такий масове закриття спортзалів? Да, масове закриття, коли були, ми працювали в режимі онлайн, як і багато тренера, і в режимі улица. То есть мы выходили на улицы, на площадки и занимались своей группой на свежем воздухе, пока была такая возможность. Вот сейчас дело, конечно, осложняется погодными условиями, дело идет к зиме, глубокой осени, поэтому не знаю, как насчет улицы, но тренировки онлайн, я думаю, это уже практика у многих тренеров, и поэтому, ну, шока не будет. Многие уже говорят, клієнти фітнес-центрів, що, ну, закроють, будемо онлайн займатися. Як, до речі, реагують клієнти, яка реакція? Ну, ніхто не хоче, щоб закривались зали. Звісно, всі спрашують, ну, ми ж не закриваємося, ми ж не закриваємося. Ну, поки ні, поки інформації ні. Ну, під час онлайн-тренувань були такі інтенсивна відвідуваність, тобто люди заходили. Да, люди заходили в онлайн, звісно, чим просто сидіти. Поначалу було не так багато людей. Ну, все думали, что скоро это все закончится, но через месяц уже многие заметили на весах плюс 2, плюс 3 и так далее, и стали писать, что я тоже хочу онлайн заниматься. И уже под конец карантина было много людей на онлайн. До сих пор у меня продолжаются онлайн-тренировки, несмотря на то, что фитнес-центры работают, клубы работают, я несколько человек веду онлайн. Некоторым понравилось так заниматься дома, им удобно, и они вот до сих пор, мы два раза в неделю занимаемся. Розкажіть, будь ласка, все ж таки в нас тема, як підтримувати своє фізичне здоров'я, як піклуватися про нього у період. Нехай навіть спортзали, будемо сподіватися, не закриють, але все ж таки зараз хвороби, ковід, який вже всім набрид. Що робити, от поради фітнес-тренера, аби вберегти своє фізичне здоров'я і підтримувати? Ну, звісно ж, треба укріпляти свій імунітет. Каким образом укреплять иммунитет? Ну, об этом знают, по-моему, уже все, даже дети. Это правильное здоровое питание, отказ от вредных привычек, здоровый сон продолжительный и занятия спортом. Как ни парадоксально, хоть и хотят закрыть клубы на время карантина, но спорт помогает нам предотвращать болезни. Поэтому соблюдайте эти правила, я думаю, никакой ковид нам не страшен будет. Щодо здорового харчування, правильне харчування, можна знайти дуже багато інформації в інтернеті, звісно, але от можна від вас почути, що насправді таке ПП, що входить до складу продуктів правильного харчування, як от вистроїти цей свій режим харчування. Потребляйте больше здоровой энергетической пищи, то есть продукты, которые не прошли термическую обработку. Сейчас сезон овощей. Ну, пусть будет в вашей тарелке много овощей разноцветных, зеленых, красных, желтых. Чем больше, тем лучше. Овощи можете есть. Особенно зеленые овощи вообще можно есть в неограниченном количестве. Огурцы, кабачки, там, перец, если желудок воспринимает, конечно. Можно есть в неограниченном количестве. Мясо, белок очень необходим, это строение наших мышц. То есть мясо, вид готовки продуктов тоже старайтесь использовать. Вареные продукты, тушеные продукты и запеченные. То есть все-таки меньше жареного. Ну, или вообще отказаться от жареной. Сырая пища только приветствуется. Фрукты, овощи, крупы вареные. Все это
только плюс будет. Поменьше фастфуда, лучше вообще отказаться. Поменьше продукты, которые содержат консерванты, вообще отказаться. Понятно, что тяжело это все сделать резко, но уменьшите постепенно это количество, и со временем вы просто поймете, что вы прекрасно обходитесь без этих продуктов. Вы можете есть здоровую пищу, она вкусная и полезная. Поэтому, да, молочка, все, пусть будет ваш рацион, будет богат, насыщен. Ну, просто откажитесь от майонезов, от кетчупов, от копченостей всяких. Який є, от, можливо, перелік продуктів, які треба вживати кожного дня? Еще раз повторю, это овощи, это углеводы, медленные углеводы. Это, если вы на похудении, я рекомендую от круп ненадолго отказаться, хотя бы 2 недели воздержаться от круп. Белок – это мясо, желательно нежирное, то есть от свинины мы отказываемся. Едим телятину, едим говядину, курятину, индюшатину. Молочные продукты – молоко, творог, кефир. Если сыр, то пусть это будет нежирный сыр. Учитесь читать составы. Мы интересуемся в мире очень многим, но очень мало интересуемся своим здоровьем, то, что мы потребляем. А это несложно, и это очень важно. Перед тем, как взять с полки продукт, прочтите его состав, посмотрите, что входит. Чем богаче состав, тем более вредный этот продукт. Чем проще состав, тем он полезнее. Обращайте внимание на ешки всякие. То есть старайтесь употреблять продукты, где этого нет или хотя бы минимум. Вот, сыр пусть будет нежирный, смотрите, чтобы там было 20-30% жирности, а не 50-60%. Знову ж таки, дуже багато інформації, коли ми читаємо у момент, коли це, у яку годину, яку їжу правильно вживати, от як нам харчуватися там 5 разів на день все ж таки, чи 2, чи 3? Ну, желательно, да. Почаще. То есть 5 раз в день было бы оптимально 3 основных приема пищи и 2 перекуса между завтраком, обедом и между обедом и ужином. 2 перекуса небольших. Но не у всех есть такая возможность. Я понимаю, что не у всех есть время на это, брать с собой судочки на работу и так далее. Поэтому хотя бы 3 раза. То есть питание 1 раз в день – это очень неполезно для нашего организма. Метаболизм замедляется, когда мы едим редко. Чем чаще мы едим, небольшими порциями, естественно, никто не говорит о больших ведрах еды, то есть маленькие порции еды, но часто. Это полезнее для метаболизма, он учится постоянно работать, и, соответственно, он работает даже когда вы не едите. Поэтому это как костер, как я рассказываю всем на простом примере. Если вы запалили костер и кинули туда большое дерево, то костер, скорее всего, ваш погаснет. Вот это наш метаболизм. Вы закинули 2 килограмма еды 1 раз в день, и все, метаболизм ваш остановился. Не перевариваются продукты, они переходят в жир, вам вздутие у вас, вам тяжело ходить, вам тяжело спать и так далее. А если вы будете бросать маленькие дровушки туда, сучики какие-то туда кидать от маленьких деревцев, то он будет разгораться еще сильнее. То есть метаболизм будет работать интенсивнее. Поэтому небольшие порции 5 раз в день было бы идеально. 4 тоже хорошо, 3 тоже нормально. Но не 1 раз в день, как часто бывает, что целый день человек не ест, а вечером он наедается перед сном, а потом удивляется, откуда у него растет живот. Вот потому что не справляется организм с такой количеством, таким количеством еды. Щодо тренувань, якщо людина все ж таки займається, як і харчуватися до тренування та після, і що вживати у цей період? За час до тренировки, а лучше за 2 часа поїсть. То есть не перед самой тренировочкой, а хотя бы за час, за 2 поесть. Это должна быть энергетически богатая пища, то есть желательно углеводы, возможно, будут овощи, возможно, это будет какая-нибудь каша, овсянка, гречка и так далее. Фрукты можно съесть, особенно если это утренняя тренировка, вообще прекрасно. То есть фрукты тоже старайтесь есть в первой половине дня до 2-3 часов дня. Вечером нежелательно употреблять фрукты. Вот. И после тренировки тоже... Если человек на похудении опять работает, то через час покушать. Если человек не на похудении, он на массе, так сказать, то можно и сразу после тренировки, пожалуйста, белковую, углеводную пищу можно употребить. Есть спортивное питание прямо в зале, у нас продают, можно тут же заказать себе протеиновый коктейль, выпить. Он очень богатый белком и насыщает хорошо организм. Можно съесть что-то, что вы принесли с собой в зал. До речі, щодо харчових добавок, що ви рекомендуєте вживати? Ну, это очень индивидуально, таких общих рекомендаций никто не даст. Нужно смотреть на человека, смотреть на его цели, что он хочет, ну и на состояние здоровья, кому-то что-то противопоказано. Поэтому очень индивидуально. Ну, протеин, в принципе, я бы, наверное, рекомендовала практически всем. Ну, редкие исключения, возможно, когда человеку это не надо. То есть белок не надо бояться, это натуральность, это не химия, как многие считают.
мешает. Просто мы не можем употреблять столько белка, сколько необходимо нашему организму. Потому что должны есть килограммами этот творог и курагрудку съедать просто по несколько килограмм в день. Поэтому протеин нам в помощь. Там концентрат белка довольно велик. Поэтому я считаю, один раз в день, а лучше два раза можно потреблять протеиновый коктейль, заменять им либо один прием пищи, ну, обычно, или завтрак, или ужин, либо один перекус. А які поради? Витамины, опять-таки, да. Осенний период, витамины, БАДы – это просто необходимо, это должно быть. Ну, продукты не содержат всех витаминов, которые нам нужны, и наш организм не усваивает их все. Поэтому дополнительные добавки, пожалуйста, можете воспользоваться аптечными витаминами, можете спортивными витаминами воспользоваться, ну, там предпочтение у каждого, и на любой кошелек, опять-таки. Які поради ви можете дати тим, хто тільки починає тренуватися, тому що іноді люди вирішують робити це самостійно, без поради лікаря або тренера, і роблять це самостійно. Які от поради можна дати початківцям? Ви самі правильно сказали, лучше, звісно, це робити зі спеціалістами, все-таки обратитися к тренеру, и хотя бы первое время, чтобы вас, так сказать, наставили на путь истинный. Со временем вы сможете отказаться от услуг тренера, если будете чувствовать, сказать, силу в своих руках самим заниматься. Но поначалу, если вы неопытный, вы вообще далеки от спорта, большой риск травм может быть. Вы можете навредить себе, сделать хуже. Поэтому все-таки обратитесь к специалистам, доверьтесь человеку, которого вы считаете достойным, и пусть он вас направит поначалу. Со временем можете отказаться от услуг. От головна порада. З набуттям досвіду можна відмовитися. Так, якщо у вас немає досвіду, краще все-таки звернутися до спеціаліста. Знову ж таки, розумію, що це індивідуально, але все ж таки, от, початківець, припустимо, тільки починає відвідувати спортзал, яка має бути інтенсивність тренувань, скільки разів на тиждень треба займатися? По самочувствию. Человек должен смотреть, это зависит от возраста клиента человека, от его образа жизни. Если человеку 70 или 60 лет, он сидит, ну, конечно, о какой интенсивности может идти речь. Если он просто поднял руки вверх и опустил, это он уже молодец. Если он прошел по беговой дорожке, он уже молодец. Ну, а если пришли молодые люди, которые ведут активный образ жизни, катаются на велосипедах, по утрам бегают, почему бы не заниматься и 2, и 3 тренировки интенсивные, они могут выдержать. Поэтому по самочувствию я всем говорю, слушайте себя, слушайте свой организм. Если вы чувствуете, что вы устали, вам тяжело, ну, отдохните немножко, сделайте перерыв, уменьшите интенсивность. Если вы можете больше, делайте то, что вы можете. Прислухайтесь до себя. Да, прислушивайтесь до себя. Наш организм гораздо умнее, чем наш мозг, иногда мне так кажется. Поэтому он дает сигналы, мы просто не всегда их слушаємо, а треба слухати себе. Ну і давайте наостанок, знову ж таки, ось з цими порадами, підсумовуючи, звернемося до наших глядачів. Якщо будемо сподіватися, що спортзали не закриють, все ж таки, як от у період хвороб, які зараз у нас повсюди, вберегти себе, свій фізичний стан і підтримувати свій організм? Ну, во-первых, не надо паниковать, не надо нервничать, потому что паника, нервы ничего хорошего не приносят в нашу жизнь, наоборот, ослабляют наш иммунитет. Будьте счастливы, радуйтесь каждому дню, радуйтесь солнышку, погоде, какая бы она ни была, это прекрасно. Ведите активный образ жизни, вы можете ходить в спортзал, вы можете бегать по утрам, просто прогуливаться даже с детьми вечером перед сном, выгуливая собачку. Радуйтесь каждому дню. Правильно питайтесь, старайтесь есть полезную пищу, откажитесь от вредных привычек, от никотина, от алкоголя. Ну, уже об этом говорят все, и, по-моему, все это понимают, что ничего хорошего в этом нет. Счастье в мелочах. Главное не бояться, как бы ни было, мы все переживем, уже есть такой опыт, поэтому все будет добро, все будет добро, как спевал Вакарчук. И всем желаю позитива, здоровья крепкого и всего-всего самого хорошего. Я вам дякую за нашу прес-конференцію. Дійсно, все буде добре, ми на це сподіваємося. Якщо навіть у випадку закриття спортзалів ви почули необхідні для вас поради, обов'язково слідкуйте за станом свого фізичного здоров'я. Це необхідно в першу чергу для кожної людини індивідуально. З вами сьогодні була фітнес-тренерка Люсьєна Подать. Ми їй вдячні за відповіді на всі наші запитання, як підтримувати свій фізичний стан у випадку закриття спортзалів. Була у нас прес-конференція. З вами Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!